Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Сегодня я расскажу про такой чудесный продукт аптечный. Это камфорное масло. Его можно применять при различных бедах, а также некоторых болезненных состояниях. Купите себе камфорное масло, оно стоит вообще копейки, ну не знаю, где-то 0,3 доллара. Пусть оно у вас постоянно будет, оно пригодится. Сегодня расскажу о свойствах камфорного масла для того, чтобы лечить насморк и другие проблемы, связанные с насморком. В комплексном лечении это также различные виды гайморита, синусита и так далее. Можно воспользоваться маслом в монолечении, то есть просто этим маслом берем нашу пипеточку и 2-3 раза в день закапываем нос. Если ваш нос забитый, для того, чтобы все здесь работало и лечилось камфорным маслом, естественно, нужно освобождать проход. Но для того, чтобы убрать, например, мне помогает только нафтизин. Он для меня самый сильный. Я беру, сначала капаю нафтизином, похожу или полежал где-то минут 10, сразу немножечко освобождается дыхание, и можно уже будет высмаркивать сопли. Сопли нужно высмаркивать осторожно, нельзя резко это делать, так как сопли могут забрасываться в среднее ухо, и тогда возникает отит. Все, после того, как вы осторожно высморкали сопли после применения, например, нафтизина, только тогда уже проводим лечебные действия и капаем нос камфорным маслом. Также есть более сильный состав. И сейчас я расскажу, как его правильно сделать. Этот рецепт двойной, то есть работает в две силы. И лечение будет проходить намного быстрее. Можно в отдельной бутылочке, можно в принципе половина масла отсюда отлить. И купить настойку спиртовую прополиса. Вот она. После того, как вы отлили половину масла, просто выливаете, оно стоит копейки. Добавляем сюда такую же часть, один к одному, спиртовой настойки прополиса. Все очень тщательно перемешиваем. Только тогда уже, после того, как вы освободили нос, капаем наш носик по 2 капли. 3 и даже 4 раза в день для взрослых. Такое отличное лечебное средство для устранения вашего насморка. Вот и все. Будьте здоровы!